там или Ференса, Илюши нету, вот, как мы говорим. Я говорю, рубашка! А рубашка отличная, спасибо. Вот. В том году, в том сезоне Ференской лиги я стал чемпионом. Это Ференской лиги. Спасибо. И, как говорится, я поднялся в люди, вот. Но мне было тяжело в прошлом году 40 тысячами уехать из этого замечательного города. Вот, так что сегодня, 2 марта 2013 года, 4-й сезон открытой Фрезенской лиги. Команда, давайте похлопаем в зал, команда! Команда КВН Жара. Здравствуйте, команда КВН Жара. Давайте сделаем самый лучший комплимент ведущему, новоиспеченному ведущему Александру Кузину. Ты трезвый. Золотой запас. Давайте сделаем комплимент новоиспеченному ведущему Александру Кузину. Тебя в армию не возьмут. Не факт. Сделайте комплимент новоиспеченному ведущему Александру Кузину. Точно трезвый? Но если мне этот вопрос задает Сергей Безруков, то да. И просто не смешно, да? Ну, я привык к этому. Подручные средства. Комплимент новоиспеченному ведущему Александру Кузину. Ты такой прикольный. А тебе есть 18? Чем отличается мальчик-квенщик от девочки-квенщицы? Чувством юмора. Чем отличается мальчик-квенщик от девочки-квенщицы? Мальчик-квенщик ведет игру, а девочка-квенщица сидит в жюри. Чем отличается мальчик-квенщик от девочки-квенщицы? Не, ну вот так, конечно, не видно, да? Очень женский коллектив. Чем отличается мальчик-квенщик от девочки-квенщицы? Она всегда опаздывает. Скажи, как мне назвать команду, чтобы я победил в этом сезоне и стал ведущим? Дмитрий Дюжев! Скажи, как мне назвать команду, чтобы я победил в этом сезоне и стал ведущим? Не знаю как, но если ваша команда будет такой же няшка, как я, то вы точно выиграете. Скажи, на что ваша команда потратит приз? На девушку КВНщицу. Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует команда «Золотой запас». Вы спросите, почему «Золотой запас»? Да потому что в каждом из нас есть что-то золотое. Это Артур, у него золотой голос. Не верите, Артур? Мы самая обаятельная команда. Это Вика. Ну, в принципе, она целиком состоит из золота. Иначе как объяснить, что такая красивая, милая, стройная девушка может весить больше... Заткнись! Ну, а мы с парнями. Класс. Золотые призеры Европы по кёрлингу. Не, ну а чё, их само лицо никто не знает. Ну что ж, все готовы? Поехали! Ну а первая наша миниатюра настолько же бессмысленная, как бюстгальтер у семиклассницы. Случай в подъезде. Тут я у нас, папа! Прикольно. Опа-на! А ты что, здесь живешь, да? Как дела? Нормально? Да ты проходи, не бойся, здоров. Не, ну а что, мэра Фрязина знаем, уважаем. Все решает случай. Случай в лифте. Мужик, извини, мест нет. Ой, ребят, меня подождите. Мужик, я же сказал, мест нет. А это миниатюра. Как бультерьер. Может и порвать. Финалистки ток-шоу «Голос» сообщили то, что она будет представлять Россию на Евровидении 2013. Все готово!
безжалостная и беспощадная. Это не только пьяная выпускница, но и отечественная медицина. Случай в больнице. Здравствуйте! А у вас кровь можно сдать? Нет, я лучше подорожник приложу. Оу. Какие красивые и зеленые глаза. На них хочется смотреть часами. Так же, как на девушку, которая грабит банк. Нашей команды благополучно добрались до этой сцены. Раскрою маленькую тайну. Все они во Фрязино, но многие из них во Фрязинском госпитале. Спасибо веселым ребятам с предпоследнего ряда за это! Я твой телефон хотел подать, что я тебя позвоню, поблагодарю! Поэтому сегодня я буду чувствовать себя как толстый парень во время неожиданной драки. Буду отдуваться один. Диман, ты чё так выродился? Я горец. Я родился в горах Шотландии. Молодец, Дим. Только своим горцам об этом не говори, ладно? И вообще, почему меня никогда не поддерживаете? Меня вообще-то девушка из-за вас бросила. Я должен был с ней сходить в кино, а вместо этого с двумя придурками в юбках. А знаете, что я ей вчера сказал? Я ей вчера сказал, что вы для меня больше, чем друзья. Как-то двусмысленно получается, да? Да хрен бы с ней, с этой девушкой, Антоха. Как нам в таком прикиде отсюда живыми выбраться? Подожди. А ты что так вырядился, я не пойму, с горцем все понятно. Ой, Антоха, без слез и не расскажешь. В общем, я был у Ленки,
Ну, она мыться пошла, смотрю, ее юбка висит. Думаю, дай натяну, удивлю девочку. И тут ее батя приходит. Я испугался, оп, в окно выпрыгнул. Пошел, пацаны сзади кричат: «Эй, красавица, повернись!» Я поворачиваюсь, они как камни взяли, еле пришел. Макс, что такое продолжает говорить? Походу, нам Ленку придется в команду брать. Зачем? Вон ее батя сидит. Так, все, хватит. Что мы в этих юбках теперь делать будем? В этих юбках можно показать 1000 миниатюр. О, 1000 миниатюр, да? А случай на Ленинградке? Русские туристы приехали из Таиланда? А, нет, нет, нет. Сын Сергея Зверева привел домой двух подружек. Нет. Гопники в Шотландии смотрят. Да, сейчас. Эй, пацан, сюда иди, присядем, поговорим. Да без проблем, ребята, с удовольствием. Шотландской семье. Вильям. Да, отец. Ты куда-то собрался? Ну да, отец, я иду в клуб. Ты собрался идти в этом? Ну да, отец. Что бы сказал дед, увидев тебя сейчас? Если ты сделаешь хоть шаг в этом, можешь больше не возвращаться. Отец, я все сказал, я ухожу. Ну и вали к мамке под юбку. Отец, в отличие от тебя, он носит штаны. Ну, если тебе не нравятся миниатюры с юбками, давай покажем что-нибудь другое. Ну, наконец-то, ребят. Например, представим такую ситуацию. Первые русские слова Жерара Депардье после посещения Грозного. Наверное, это не Ну, или, предположим, ограбление в банке. Всем стоять, это ограбление банка. Руки вверх! Да не очень. Это еще почему? А, ребята, на ветер сильный, да? О! Ну что, он надоел над нами издеваться уже? Ди, ну ладно, я осознал свою ошибку, я больше так не буду. Раз осознал, тогда продолжаем. Итак, миниатюра в случае на родительском собрании. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Вы, наверное, мама Арсения. Я дала классу задание. Нарисуйте портрет матери. Ваш сын нарисовал жука. Как вы объясните это? Что вы можете сказать? Ну а мы продолжаем. Итак, следующая миниатюра — смерть экстрасенса. Дети мои. Я умираю. Нет, нет, отец, отец. Рейд, я люблю вас. Он же гуру, он же гуру, не гуру. Нет. Простите меня за все. Нет, пожалуйста, пожалуйста, я прошу. Блин. Нет, отец. Блин, мне что-то мешает, что-то блокирует. Поехали дальше. Случай в стриптиз-баре. Мне кажется, уж пора заканчивать. Эй, пацан, шел бы ты отсюда. Наша девочка. Успокойтесь, ребят, мне 500 по сотке поменять. Snow is falling from the sky.